Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с профессиональным насосом для чистки инженерных систем тепло- и водоснабжения. Он предназначен для систем теплого пола, радиаторов отопления, систем водоснабжения, систем с солнечными коллекторами. Произведен этот насос в Белоруссии под торговой маркой Brexit. Модель эта имеет имя BrexFlow 5000. Насос этот состоит из бака 50 литров, центробежного насоса с электрическим приводом. Кстати, двигатель и насос итальянского бренда Petrolo. Насос смонтирован на компактной тележке, изготовленной из стали, имеет 4 колеса. Обращаю ваше внимание, насос BrexFlow 5000 работает с нейтральными или слабощелочными реагентами. В процессе работы насос может развивать давление до 6 бар при максимальной температуре раствора 50 градусов. Если хотите ускорить процесс очистки, я рекомендую вам нагреть разведенный реагент, так как 10 градусов подъема температуры от 40 градусов ускоряет химические процессы в 3 раза. В зависимости от степени загрязнения и подобранных реагентов, процесс очистки может занять в среднем до 3 часов. Очень важно, в процессе работы крышка бака должна быть всегда открыта. Подключаем насос к электросети. Сказать, что в комплекте идет 3 шланга, один на подачу, второй на обратку. Так, на подачу у нас идет вниз, и третий на слив отработанного реагента. Обычно у всех производителей всего лишь 2 шланга идет. Подачу мы всегда подсоединяем к нижней части радиатора, обратку к верхней части радиатора. Третий шланг мы подключаем на слив. Теперь заливаем чистую воду. Здесь у меня емкость 20 литров. Так. Добавляем реагент для сильно загрязненных систем отопления. Так, в общем-то все. Обратите внимание, что мне потребовалось буквально, наверное, минута для того, чтобы подключить. Включаем насос. В зависимости от степени загрязнения и подобранных реагентов, процесс очистки может занять в среднем где-то до 3 часов. Очень важно, в процессе работы не забывайте, крышка должна быть открыта для выхода образующихся газов. Значит так, с помощью реагента мы промыли систему отопления. Теперь мы сольем отработанный реагент, зальем обратно чистую воду и добавим реагент, который позволит нам нанести защитную пленку на стенки радиатора отопления, труб водоснабжения, который позволит вам защитить оборудование и трубопровод от отложения ржавчины или коррозии. Для того, чтобы нам слить отработанный реагент, мы с вами меняем направление потока, включаем насос. Значит так, отработанный реагент мы с вами слили.
с насоса, слили с системы отопления. Заливаем чистую воду. Берем пленкообразующий ингибитор коррозии. Добавляем. Добавили в нашу воду. Значит, получается, что мы сначала промыли систему отопления, слили отработанный реагент, залили новую чистую воду, добавили в нее образующий пленкой ингибитор для того, чтобы защитить систему отопления, водоснабжения, чтобы внутри системы образовалась тонкая пленка, чтобы у нас на стенке ни труб, ни радиаторов не образовывалось ни ржавчины, ни коррозии. Переводим вентили для того, чтобы подать. Включаем насос. Включаем насос. С помощью этого насоса мы загоняем систему отопления в воду с нашим ингибитором. Как только у вас обратка пошла, считайте, что система заполнена. Систему заполнили. Вот так, с помощью насоса Brexlow 5000 мы с вами и промыли систему отопления, заполнили систему отопления водой, внедрили ингибитор, тем самым защитили систему отопления. В общем-то, все. Реагенты, которые позволяют очищать системы отопления и водоснабжения, которые работают на разных теплоносителях. Первое, что я хочу вам показать, это Brex Refining. Они бывают четырех видов. Первое – это для сильно загрязненных систем отопления. Второе – для очистки систем отопления солнечными коллекторами. Для промывки систем отопления с контуром теплого пола. Для очистки систем отопления на любом антифризе. Для очистки систем отопления на жесткой воде, где жесткость больше 5G. Помимо реагентов Brex Refining, в программе Brexit еще есть реагенты Brexfilm, которые позволяют защитить систему отопления, работающую на воде, с контуром теплого пола, и защитить систему отопления, работающую на антифризе. Также в программе имеются реагенты Brexilant, которые позволяют устранить микротрещины в системе отопления. Конечно же, если утечка у вас происходит не более 100 литров в сутки. Пока!